друзьями. Когда молодежь у нас практически все, тогда раньше барышня выходила замуж. Во-первых, девушки носили одну косу, не верьте фильмам, в которых барышня не замужняя, будет с двумя, это неправда. Значит, дальше ей делили косу на две части, она две косы заплетала, причем таким хитрым, и вот так укладывала, и надевали сверху такую шапочку, на которой завязывался потом платок. Он назывался повойник. Слово повойник. Слышали, да? Коль похоже на жену, где повойник. Вот. Значит, понятно, с покойником все ясно, это вы понимаете, кто. Вот самое главное, что вы поняли смысл, это очень важно. Вот, про покойник рассказала. Ну и теперь про гребешок. Ой, вот вопрос, давай зададим молодежь. Что девушка дарит парню или возлюбленному, чтобы он не забыл? Парень, понятно, он колечко дарит. Ну вот девушка. А девушка, что может подарить девушке? Уж сказали, гребешок. Уже ответ, подсказка принята. Ну вот очень добрый здесь Марина Ивановна Цветаева. Да. Подарок, ну добрый, да. Чтобы помнил ни часочек, ни годок, подарю тебе, дружочек, гребешок. Чтобы помнили подружек, мил дружки, есть на свете золотые гребешки. Расческа моя, чтоб дружочку не пилось из меня, семиструнная расческа моя. А нет на свете той расчески чудней, струны струбья у расчески моей. Да лишь дотронешься, при ней пойдет трескотня. Про меня, ну да все про меня, чтоб дружочку не пилось без меня, чтоб дружочку не спалось без меня, чтоб дружочку не спалось без меня, семиструнная расческа моя, чтобы чудился в жару и в поту, от меня ему вершочек сверсту, чтоб ко мне ему все версты свершок.